Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор работы двигателя и механической коробки передач автомобиля Opel Corsa D 2007 года выпуска. Объем двигателя 1,2 литра Z12XEP, коробка передач F13. Крышка и маслозаливная горловина чистые, нагара и эмульсии нет. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостом ходу. Работа двигателя на высоких оборотах. Пробег автомобиля 214 472. Ошибок по двигателю нет. Еще раз проверим работу двигателя. Проверим работоспособность коробки передач. Коробка передач переключается плавно и без рывков. Замер компрессии. Первый цилиндр. Один 1,5 килограмм. Второй цилиндр. 12 килограмм. Третий цилиндр. 13 килограмм. Четвертый цилиндр. 10,5 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.